Всем привет, с вами Александр Лайтсплат, и сегодня мы снимаем 11-ю часть. Кто это? Вот такой, ну, хорошенький. Мы сегодня снимаем 11-ю часть нашего студенческой жизни. Так, это кто? Он зеленый. О, это профессор. Так, нам надо быстрее занять места, чтобы никто не задел их труп. Чтобы их раньше никто не нас занял. С кем, интересно, я сяду? Она сядет. А, вы видите, Китти новая прическа. Да. И новый макияж. Так что с ней сделаем. С кем, интересно, сядет сейчас? На, так пошла. Ребята, ставим на паузу, чтобы это сейчас она отсадит уже быстро. Так, мы снова здесь. Она пока не села. Ой, она сядет с ней. Какая. Так. Ой, я даже не заметила, что не сидушки. Ух ты, маскетик. Уже накладные ногти, это было бы круто. Да. О, блин. У тебя навык контрабасон. Это группа Spice. Это же наша Китти и Spice Girls. Что её макияж мне не радует. Ты макияж мне не надо. А, я говорила сейчас. Болтать, болтай с ним. Очень громко представить, давай. Нет, очень громко представить, давай, быстрее. Вставай. Я очень громко представляю, потом делай заметки. Ты что будешь? У нее хороший голос, она в тебе спас голос. Пиши. Вот ее контрабас. Великий контрабас певица. Все. О, что он там? О, блин. Блин, чё? Как это так исчезло? Чё, баг что ли такой? Вообще охренеть. Сидит лекцию, иди сейчас лекцию. Смотрите, какая милашка. А завтра, ну как, знаете, как она будет выглядеть? У меня будет такой хат. Чё? Извините, мне пора, иначе я могу опоздать на работу. Не скажу, что это было лучшее время приключения в жизни, но и плохим его не назовёшь. Надо как-нибудь собраться ещё. А, это значит, это вот это... Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Давайте сейчас ей сразу прическу. Так, хотела. Так. Давай, ты переоденешься. Снимите одежду какую-нибудь такую. Спасибо, не оденешь. Спасибо, наверное. Ну, какой у тебя? Давай, посмотри, какая у тебя спортивная одежда. Тут же идешь, тебе надо бежать до пляжа. Нет. Ты не
Велосипеде. Надо, окей. Ходи до сюда. Ходи сюда. Ну что ж на велосипеде? Ничего на велосипеде. Чиксан. Тебя нет еще. Ну, 2000-то должно быть. Смотрите, как наша Вайт играет на рояле. Поиграем, брат, на рояле. Покажи, как ты поиграешь. А, Spice Girls, смотрите, это наш контрабаш. Да, наш контрабаш. Наш контрабаш. Это кто? Наш контрабаш. Чу! Ты что меня подводишь? Так, делай, задавай вопрос быстрее. Задавай вопрос. Задавай вопрос. Задавай вопрос. Что ты ей сделал? Нет, смотри, куда иди. На маму, что ли? А еще раз-то получится. Получается. Вау, круто. Китти Супрэйм. И ты такой сейчас, что, вот так убиралась, то пфф, я на все красную. Я либо быстрее домой. Ты больше со связь, тебе надо сейчас. С меня одежду. Ну, что это? О, ты кто? Я еще не понял, кто это. Давайте посмотрим, кто у нее профессор. У нее профессор Мэндер Нортон. У нее профессор Дебби Ричардс. У нее тоже Дебби Ричардс. Но они тоже, наверное, как вам не знакомы. Так, она готовит бизнес-план. Она возвращается домой. Она оделась уже в ночное белье. Вот видите, у нее такая прическа в ночном белье. Надо срочно изменить, потому что наша прическа в ночном белье. Тогда мы можем сейчас прическу эту сделать, сменить одежду верхнюю. Так. А хотя не надо, не надо. Получитесь. Ого, как Китти поднялась. Она, конечно, опускается. Блин, да. Или я попробую. О, получилось. Наверное, баги такие. Китти, давай спи. Она сейчас будет учиться, и потом, потом сменит одежду, карьера. Круто! Ой, я же должен в вестивальном костюме какую-нибудь крутую сделать. Прическу. Да, точно. Спасибо, что сказали идейку.
Ребята. Не вы, а другие. А ты смотрите, как это непонятно. Может быть. Ну что? Ладно, пусть она готовит. Я 15 уберу. Так, ладно, на этом мы завершаем. Но... Ой, сейчас. Мы сейчас выберем прическу. Смотрите, какая у нее косметика. Ой, нам вообще косметику какую она сделала. Так. Вау. Такс. Такс. Какая милашка. Какая милашка. Сейчас. Давай поставим на паузу, чтобы... Так, вот, мы вот эту прическу выбираем. Ладно, на этом мы завершаем нашу 11-ю часть. Подписывайтесь, ставьте комментарии, ставьте лайки. И всем удачи и всем пока.